Всем хай. Покажу программку для конусного отверстия. В принципе, программа для нарезания конической резьбы. Но можно и для других целей использовать, кто как хочет. Параметры у меня есть так. Что тут ничего не видно? По параметрам. Большой радиус. Это вот этот. Второй это угол конуса. Для конусной резьбы угол 1,7 градуса. Решетка 3 глубина конуса. Решетка 4. Шаг наоборот. Шаг резьбы. Пятый. Схематический это. Вот. Сектор. Расчетный сектор фрезеровки на один проход. И зацикливается по этим секторам. Это вот тоже резьба схематичная изображена. Витки резьбы. Решетка 6 это инструмент радиус. Решетка 7. Добавочные обороты вверх. Вот эти вот линии, это у меня проходы идут. Шаги резьбы. Вот два шага наверх идет. Решетка 7 равняется 2. Решетка 8 это припуск. Просто к 18 отнимается еще восьмерка в конце. Уменьшается на припуск. Рассчитывается дельта на сет на сектор, это 15-й, и дельта на радиус, насколько уменьшается радиус из-за конуса, это решетка 16. И в дальнейшем у меня просто вот эти дельты отнимаются от этих значений. От радиуса и от Z. Дальше что у меня тут? Цикл. Рассчитывается эта точка. Вот это вот X-point, Y-point. И до этой точки по G3 идет спираль. X22, X23, Z, R18. R начинается, вот он сразу отнимается, то есть на эту дельту первый радиус будет меньше. И потом дуга по радиусу, по меньшему радиусу. Чем меньше сектор фрезеровки, тем будет точнее описывать конусную поверхность. Тут у меня что? Тут у меня минус 10 был припуск. Значит, сейчас сделаем 0. И все. Ну, давайте сделаем 30 градусов, что получится. И прогоним. Вот эти вот ступеньки, это просто симулятор меньше 50-ок не отображает снятие материала. Столкновение инструмента. Это, скорее всего, глубина неправильная. Вышел. А, глубина 30. Нафига. Я собирался угол поменять. 20. Это столкновение со столом, поэтому он дал ошибку.
Ну, по пути инструмента вроде конус есть. Точнее проверить не могу. Надо смотреть на станке. Ну, можно еще сделать 1,7 угол. Глубина 20 степ. И это, например, 5 градусов. Все, запускаем. Даже не видно, что останавливается. Моргает очень часто из-за того, что каждый раз пересчет идет. Не успевает отсветить изображение. Столкновение инструмента. Что опять что ли забыл? Убрать. Нет. 1,7. Не понял, на какой глубине он столкнулся. Ну, давай еще побольше сделаем. Что за столкновение инструмента? А, выскочил в самый последний проход, он выскочил за глубину 20, потому что у меня после набирания вот 19,91. А для этого надо чуть поменьше сделать 20. Глубина сделаем 19. Вот так. За счет сектора он на этот сектор глубину дальше сделал и столкнулся со столом. Хотя 5 градусов тоже бы неровно кончится. Сейчас проверим, остановится он или нет. Ну, все, значит все-таки там столкнулся. Почему-то. Всем удачи. Всем пока.